Недавно, в районе 3 часов ночи, я возвращался домой из кинотеатра. Ходил со своей девушкой на сеанс в 1 ночи, на фильм ужасов. Фильм абсолютно глупый, скучный и бессмысленный, и большую часть я проспал. После фильма я отвез свою девушку и сам направлялся в сторону дома. Дороги были пустынные, светофоры в своем большинстве не работали, так что я ехал быстро, включив музыку погромче. Живу я не в центре города, чтобы добраться до своего района, нужно преодолеть прямую дорогу, по обеим сторонам которой никаких построек нет. Еду я по этому участку и вижу, вдоль обочины, не спеша, идет молодая девушка. Сразу бросилось в глаза, что одета она была слишком легко, не по погоде, как будто только что вышла из теплого помещения. Но рядом никаких построек вообще нету. Подъехав поближе, я совсем офигел, когда увидел, что она еще и босиком. На улице было порядком минус 15 градусов по Цельсию. Решив, что что-то случилось, я решил выяснить, в чем дело. Остановился рядом с ней, открыл дверь и кричу: «Девушка, все в порядке? Может, вам помочь чем-то?» Но от нее никакой реакции не было. Как шла неспешной походкой, так и идет. Подумав, что возможно это шок, я вышел из машины и, продолжая откликать ее, подошел к ней со спины. Она как будто не слышала меня и шла дальше. Оказавшись рядом, я услышал, как она еле слышно напевает довольно приятным голосом какую-то песню. В этот момент мне стало жутко. Я, перестав преследовать ее, замер, глядя в спину удаляющемуся силуэту. Я уже хотел было сесть обратно в машину и ехать дальше, но тут я почувствовал в себе прилив смелости и, чуть ли не вслух произнеся: «Ну не оставлять же ее здесь!» и быстрым шагом двинулся к ней, настиг ее и положил руку ей на плечо. «Девушка, пройдемте в машину, я отвезу вас куда скажете. Может, в полицию?» С этими словами я развернул ее к себе. И тут я оцепенел от ужаса. Такого состояния я никогда не испытывал в своей жизни. Ее лицо все было обезображено ужасными шрамами, грубо зашитыми, неровно сросшимися. Некоторые были глубокие и старые, а некоторые совсем свежие, с подтеками крови. Лицо было настолько изуродовано, что на человека это походило мало. Рот как будто сполз на бок, одного глаза не было. Была просто пустая глазница, затянутая кожей. Ноги отказались меня держать, и я просто присел на месте, не сводя глаз с ее искалеченного лица. Она сделала шаг ко мне, немного наклонилась и тихо-тихо произнесла: «Он будет очень зол. Я ушла без спроса». В этот момент мне стало ясно, что единственным верным решением будет удрать отсюда как можно быстрее. Вскочив на ноги, я рванул к машине, тут же споткнулся и упал, подвернув себе ногу. Поднялся и, хромая, еле доковылял до своей машины. Открывая дверь, я развернулся и увидел, что на том месте, где только что стояла изуродованная девушка, никого нет. Паника в моей голове моментально стихла. Я замер, стоя с ключами от машины в руке. Начали появляться первые мысли, попытки объяснить произошедшее со мной. Может, мне показалось? Да что за бред, я же только что видел и слышал ее. А может, я схожу с ума? Не найдя удовлетворенного ответа, я сел в машину. Трясущимися руками вставил ключ в замок зажигания, завел двигатель и поехал. Напрасно у меня было ощущение, что все жуткое и необъяснимое я уже пережил. Отъехав от того места,
я взглянул в зеркало заднего вида. На том самом месте, где раньше стояла девушка, стоял толстый человек маленького роста в черной одежде. Он взял ее за руку и начал уводить в сторону обочины. Дикого ужаса я не испытывал, так как все это происходило довольно далеко от меня. Засмотревшись, я не заметил, что мою машину стало уводить налево, и в итоге она врезалась в разделительное ограждение. Пристегнут я не был, выстрелила подушка безопасности, и я потерял сознание. Очнулся я уже в больнице. Меня навестили мои родители, девушка. Они спрашивали, при каких обстоятельствах я врезался. Я сказал, что просто не справился с управлением. Меня оштрафовали. Но об этой истории я никому не рассказал. Не дай бог, еще сочтут, что я был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Я не знаю, что это было, но очень надеюсь, что больше никогда такое в моей жизни не повторится. Эту историю рассказал мне мой знакомый Иван, абсолютно не пьющий, добрый и простой мужик, не верящий ни во что странное и сверхъестественное. Впрочем, в этой истории нет ничего странного, есть только страшный факт. Стоял июль 1997 года. Ивану в ту пору было 30 лет. В тайге, на границе Иркутской области и Якутии, бригада из 10 человек трудилась на лесозаготовках. Был ясный день, работа кипела, деревья валились. Очередной срубленный ствол упал в густые заросли. Когда начали его поднимать, то взору открылась ужасающая картина. Большая яма, битком набитая стоящими во весь рост трупами мужчин в арестантских робах. Как рассказал Иван, ужас, который он испытал, преследует его и по сей день. Трупы абсолютно не истлели, даже запаха никакого не было. Там ведь вечная мерзлота. Прекрасно различались лица этих людей. У них блестели глаза. Они не были даже закрыты. Мужчин было около 30 человек. Они стояли во весь рост, тесно, плечом к плечу. Руки у них были то ли сцеплены, то ли связаны. Яма была неглубокой, выше голов трупов где-то на полметра. Я думаю, что их поставили в яму живыми, покараулили ночью, чтобы не вылезли, и они умерли от пронизывающего холода. К тому же никакой крови и огнестрельных ран мы не заметили. Вызвали милицию из поселка, который находился в 60 километрах. Участковый приехал к вечеру, спокойно, безо всяких эмоций, что-то записал в протокол и сказал, что таких ям у них в округе видимо-невидимо. А так как никаких документов при трупах нет, то и смысла заводить какое-то дело также нету. В общем, участковый уехал, а рабочие предложили засыпать трупы землей. Над ямой сделали небольшой холмик, а сбоку установили деревянный крест. Хотя никакой мистики в этой истории не было, Иван все-таки признает, что было что-то странное. Конечно, ничего удивительного, что трупы абсолютно не истлели, там ведь вечная мерзлота. Даже трупы мамонтов на этой земле прекрасно сохраняются. Но меня удивило то, что яма, хоть и находилась в низине, не была залита водой. И дикие звери, и падальщики не тронули трупы. И в нескольких метрах от ямы не выросло никаких новых деревьев. Для сравнения скажу, что в этом же году мы обнаружили в тайге самолет времен Великой Отечественной войны. Так сквозь него проросли деревья. А тут пустырь. Ничего не выросло рядом с ямой. Словно все случилось только вчера. А между прочим, все произошло еще в 30-х годах.
Когда я услышал эту историю, меня пробрала жуть. История будет рассказана от лица сотрудника правоохранительных органов. Есть у нас один район, не очень благополучный. В этом районе практически все дома – хрущевки. Поселилась в одном из таких домов одна семья. Откуда и как они там образовались, толком неизвестно. Семья была из трех человек – мать, отец и сын. Сыну было лет 7-8. Родители были из семейства бухарей. Сын – голодранец, сам по себе всегда бегал, но с соседями вел себя вежливо, здоровался. Помогал бабулям сумки донести до квартиры. Несколько раз нам поступали жалобы на шум, скандалы, громкую музыку из их квартиры. Мы приезжали, предупреждали, ну и что дальше? Обычно ограничивались предупреждением, в крайнем случае небольшим штрафом. Однажды нам позвонила бабуля, соседка по лестничной площадке этой маргинальной семьи. Ее квартира граничила напрямую с их. Сказала, что второй день подряд слышит у себя в комнате со стороны их квартиры планомерный стук. Практически без перерыва. Знаете, есть такие бабули, которые вечно ко всему придираются. Однако мы отреагировали. Поехали проверить, что случилось, предвкушая очередной выговор за плохое поведение. Приехав на место, мы позвонили в квартиру. Нам никто не открыл. Долго стучали. Соседка-бабуля к нам присоединилась. Она нас позвала в свою квартиру послушать, что звук действительно есть. Мы для порядка зашли и действительно услышали этот стук. Планомерно, четко и громко. Однако мы вернулись на лестничную площадку и продолжили стучать в квартиру к соседям. Но потом одному из наших сотрудников пришло в голову просто дернуть ручку двери. И она поддалась. Дверь открылась, и мы зашли. В нос сразу ударил отвратный запах гниения. Его сразу можно распознать, тем более, если сталкиваешься с таким не в первый раз. Мы тихо и осторожно заглянули на кухню, в большую комнату, но ничего не увидели. Двинулись дальше и открыли дверь в ванную. Там тоже было чисто, но затем мы двинулись к комнате, которая примыкала стеной к квартире соседки-бабули. Дверь была закрыта, но не на замок. Открыв ее, нам предстала перед глазами действительно отвратительная и ужасная картина. Комната была пуста, но на полу посреди комнаты лежал матрас. На нем сидел отец семейства и просто тупо жрал остатки того, что осталось от его жены, размазывая кровь по своему лицу. Пол и стены были в брызгах крови. Ощущался запах крови и экскрементов. От запаха и этого отвратительного зрелища подступила тошнота. Мужик повторял одни и те же слова. «Если не съесть все, то тебе пиздец заберут». Стало жутко. Ребята, что были со мной, среагировали и бросились на него, скрутили и согнули его. Но он не сопротивлялся. Хоть это зрелище и привлекало наше внимание в первую очередь, однако мы посмотрели на дальнюю стену и увидели, что на шнурке, который был прикреплен к крючку на потолке, висит оторванная детская рука. Она раскачивается и ударяется об стену костяшками, издавая планомерный стук. Что в итоге? Мужика забрали. Скорее всего, его ждет долгое обследование и в итоге психушка. Он не говорил ничего. Молчал, как рыба. Никакой информации мы не получили. Но самое главное, что он был трезвым. Анализ крови ничего не показал. Свихнулся мужик. После обыска в квартире мы нашли в сливе раковины в ванной целиковые ногтевые пластины, которые принадлежали женщине, возможно, его жене. А тело его сына следов
кроме руки, подвешенной к потолку, мы так и не нашли, как ни старались. Дело со временем закрыли, списав все на мужика, который якобы прикончил свою семью.